Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Чалина Анна Юрьевна, врач-хирург, ортопед. Анна Юрьевна, откуда вы приехали? Из Челябинска. Здорово, что вы совмещаете учебу с путешествием. Ой, вообще, мы сами рады, еще и Санкт-Петербург. Впервые ли вы на мероприятии, которое устраивает стоматологический магазин «Ромашка»? Да, впервые. Может быть, у вас сформировалось какое-то мнение, как вам в целом организация, как качество подачи информации? Организация очень замечательная. Мы с ними, в принципе, контактируем. Расходники закупали Лио, Фитодент. Подача материала очень легкая, легко усваиваемая. Хорошо. Легко усваивается. Хорошо, информация подается. Сегодня была долгая практика, поэтому это сложно говорить, я все понимаю. Скажите, пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то темы, которые бы вы хотели услышать на следующих конференциях? Ну, пока я много тем изучила, ну и у других лекторов. На сегодняшний момент у меня вообще чуть-чуть зависло уже. Нужно переварить то, что да, получили. Да, переварить. Хорошо. Получили ли вы регистрационный пакет? Видели его наполнение? Регистрационный пакет? Да, видели. Тот пакет, как-то там фитодент, подарочки, да. Подарочки, ручечки, блокнотики. Возможно, что-то пригодится? Я думаю, да. Ну, мы давно уже фитоматериалами работаем, они очень помогают, мне очень нравится хирургия их использовать и в парадонтологии. Ну, поэтому здесь еще бонусом их положили. Как вам сегодняшний лектор? Сегодня завершается второй день ее лекции. Угу. Понравилось? Ну, понравилось. Угу. Мария Александровна очень опытный врач, профессионал своего дела, очень легко доносит информацию. Все понятно, куда вкл, куда выкл. Это очень здорово. Спасибо вам за обратную связь. Приезжайте на следующее мероприятие к нам снова. Хорошо. Очень вкусно кормят, кстати. О, это тоже важно. Спасибо. Спасибо.